фильм наш повествует о писателе Левоне Адяне, армянском писателе. Левон Адян Цанвели Мельгюм. Мельгюация. До процака с Адяном узел те коммунер депиграган чуну. Инкреб Микич Чару Чунеран. Леваша Гердарил. Скажи, Смира, Чару Чунерисен. Сксун, Бачето Артен, на Хелкис, на Горзнер Чунис, на Берабермунтис. И чем они жакар кавартала? Я тебя похвал Баку, утонула Апия Хамасарана, Авартелу Хамасарана, Манасара, Баку, Ашхателу. Лет шесть, как я с ним познакомилась, потому что меня очень заинтересовало, когда я узнала, что он написал историю бакинского геноцида, я сразу скажу. Я в Ленинград приехал в 88 году. Мой младший сын Зорик в лесотехническую академию поступил. Ему тогда было 16 лет. Потом другой сын приехал с армии, вернулся и тоже поступил в эту же академию. Они там учились, но после того, как погромы начались в Баку, не погромы, а вообще на самом деле это был геноцид. Потому что если людей убивают по этническому признаку, может даже по религиозному признаку, это и является геноцидом. Мы приехали сюда, купили квартиру на проспект Королева. А потом его все тянуло туда, в Ереван. Мы изначально хотели туда поехать, потому что он армянский писатель, все время тянуло на родину. Кстати, даже до событий мы собирались. Он должен был квартиру получить в Баку. Он говорит, как получу квартиру, сразу поменяем на Ереван, уедем из Баку. Потом вышло постановление Совета министров СССР с подписью Рыжкова, что те граждане, те беженцы, которые уехали из города Баку для получения своего имущества, за компенсацию потерянных квартир могут получить компенсацию лишь, если будут прописаны в Армении, в Ереване. Мы здесь квартиру ждали, уехали в Ереван. И никакой компенсации не получили. Повторно государство не стало защитой своих граждан. Когда я написал этот роман, сразу я видел, что это не издается. У меня вообще уже было разочарование вообще в людях и не знаю, и в новом государстве. И после этого я решил вообще ничего не писать. Я думал, зачем это надо? После того, как мы увидели, что в Ереване не могу издать свой роман, уехали в Россию, но через Пятигорск, потом через Сочи. А после Сочи около 10 лет мы были в этом Ставропольском крае. Потом переехали опять сюда. И уже 17 лет. Уже 17 лет в Санкт-Петербурге. Вот. Вот такая биография. Ом Каматацер, Уркагам Йор, Анкамор, Швайт, Верна Фавери, Аногок Камор, Кянк Месамар, Шурка Гаханкарц, Умен Кайтвен, Кянки Хатакин. Որկգամ յոր երեկվա թերուս գողն ու խավեբան կդարան հարգի, ամենու նրան ծունր կդնեն, լրպերը սրպեր կդարան յոր, իսկ ազգի մարդը կարժանազրխվեր, ով տերի մասպած, որտեղից եկել այսուր ենք ասել, գող պոկապով պատգամավոր է,
на ев орендир, ев датаворе, пого иренцы, еркин иренцы, камп иренцы, кузен кайпанен, кузен кыспанен, умут ковканцер, вор марта айспес, каржи хазерпер, вор на аминиш тогас туркерин, ир марок пульс антес астацон, пакстакане андур питаков, мучка дегери каакис карак, олун ганазан, ора-ора чок арнавирикнерин, ов кахаватар, вор кыгам йор, Уез Хусабек, Ампашпан Антон, Ишпес Чортерев, Каму Беранин, Тек Чемнина Айсмет Ашкарум, Утажанели Маткерис Хоцват, Карове Маклер Тамок Погоцом, Емарткан Цоцис Меха Чилини, Текви Индвара, Воргоне Наран, Хамчок Шуков Мурманджам Наран, Воркроем Ез Айсдышкем Кянгит, Воржашкарни Меш Ез Тегаворум, Ез Айсдышкарум Чеп Тегаворум. Полка мотоцикл ворка гамьор, тянка мне сама шкурка гангард, умутка в канцнер, полка аватар. Государство, если не может защищать права своих граждан, это государство не должно вообще существовать. Вот, например, были, в Баку были погромы. Мы все потеряли. Кто был виноват? Государство не защищал свой народ. Так, от такого государства что можно было ждать? Чтобы еще сегодня я взял и хвалил это государство. Сейчас нет свободы слова, но нет свободы. Ты хочешь пиши, что хочешь пиши, никому это не интересно. А раньше есть, например, в газете о ком-то что-то писали, какая-нибудь жалоба поступила, тут же реагировали на это, тут же решили какие-нибудь вопросы. Ну даже если не решали, можно было в Москву написать, например. Если ты напишешь в Москву, с Москвы придут проверить, и потом кто-то написал, чтобы, на его, чтобы его наказать. Пришли, чтобы защитить. Если у нас совесть есть вообще, мы не могли бы строить такие дворцы, когда рядом люди ничествуют. Значит, совесть нету. Если совести нету, значит, Бога нету. Если Бога нету, потому что Бог – это и есть совесть. Если Бога нету, значит, все дозволено. Поэтому все делается так, потому что все дозволено. У братья Карамазова отец спрашивает сыновей, говорит, Алеша, говорит, совесть есть? Он говорит, есть. А Митя, говорит, совесть есть? Митя, говорит, нету. Он говорит, я Мите верю. Совесть нету, говорит, Господи, говорит, если Бога нету, значит, все дозволено. Сейчас Бога нету, все дозволено. Хотя строится столько церквей. Время не может исправить, вернуть человека то русло, для чего он создал. Бог создал человека для добра. А если человек не может делать добра, если человек не может жить по совести, значит, человек или не должен жить, или то есть все дозволено. Если все дозволено, значит, все разрушено. Говоря об Адяне, я хочу с некоторого другого аспекта подойти к этому человеку, потому что когда человек творческий, и вы знаете его не только творчество, но и по жизни, и знаете всю его горькую жизнь, я имею право так назвать его жизнь, тут уже другие отношения. Сейчас так легко люди умирают, что вот ты... Когда с человеком встречаешься, ты должен все теплые слова, которые ты должен сказать, ты скажешь сейчас. Может, ты завтра его вообще не увидишь. Вот такая сейчас жизнь. Раньше не так было. Жизнь шла медленно. А сейчас какой-то космической скорости жизнь летит вообще. Ничего как будто... А раньше, например, если даже вот в деревне один человек умер, вся деревня целый месяц траурила. А сейчас умирают, не умирают. Так. Жизнь стала вообще странной. Вот об этом писатель вот об этом думает. Ночью, днем. Почему так? Думает о смысле жизни. Вот пришел в эту жизнь. Зачем пришел? А что-то отдал? А что-то оставил? Вот уйдешь. Все. А что-нибудь оставил? Зачем вообще пришел? Есть какая-то страна, где когда люди умирают, там не пишут. У нас, например, пишут,
1900, какой-то 1900. У них просто пишется, жил 10 дней. Сколько дней хорошо жил. А есть, который просто тире ставится. Ни одного хорошего дня не было. Мне можно тире ставить. Он верит в хорошее, и он знает, что даже если плохой человек, ну так, грубо говоря, да, что если по-хорошему поговорить, он исправится. То есть он гуманист с большой буквы. А ну, это положительная черта. Сегодня нету времени для этого. Один очень влиятельный человек в нашей общине, бизнесмен-миллионер, говорит нам. Он говорит, извините, вы говорите о справедливости, ее нет, забудьте. Один из крупных лидеров в общине, армянской. А Левон Вускович именно о справедливости, о гуманизме говорит. Особенно после последних его произведений я начал думать вообще о другом, что правда моей, твоей, его быть не может. Этот человек всем дает в своих произведениях одну мысль, главную, правда одна. Хотят некоторые наши соседи или те, которые вообще не имеют отношения к нашим двум народам, но он хочет дать понять, что, ребята, правда одна, горькая она, справедливая она, но она не наша, она не ваша, она единственная, как была, так и должно быть. Воспринимайте это. Наверняка творчество Адяна более полезно для азербайджанцев, чем для армян, потому что мы все это знаем. Они, может быть, не хотят знать, узнать, но время все поставит на свое место. И я очень рад, что вот в этой связи, вот в связи отношений армян и Азербайджан, его произведения не очень злые, они добрые. Они про любовь, они про жизнь. Хотя он прошел все, что не должен пройти человек по жизни. В общем, хороших ребят много там было, очень много. Очень жаль. Պատկերացրեք, դուք սականատեսն եմ ես տեղյակ եմ, երբ ապրում էր Բաքվում, քանի-քանի Ղարաբաղցիներ, դրանք մտավորականներ էին, ուսանողներ էին, կամ այլ մարդիկ, որոնք պատահաբար հանդիպել են, իրեն ծանոթացել, իմացել է, որ Ղարաբաղից են, անպայման պետք է իր տուն տաներ, անպայման պետք է իր կոչի տակ մի կտոր աղոհացներ սեղանին և հյուրասիրեր և ինքը դրանով լիանար։ Вот по этой дороге жизни проходишь, и каждый раз в каком-то городе оставляешь свое сердце. Потому что если ты теряешь человека, ты как часть своего сердца ты теряешь. И представь, сколько в Баку, в Карабах оставили своих друзей, в школе учились, потом в институте оставляешь, потом в Баку вместе 25 лет работал в Союзе писателей. Столько там у меня друзей было. Он приехал юношей, поступил в институт, учился, обзавелся друзьями. Тогдашний Баку был, например, Бюльбюль, Полат Бюльбюль-Оглы, отец, с моим папой дружил, он у нас дома пел. То есть тогда интеллигенция была азербайджанская, которая была на высоте. Это сейчас страшно смотреть и думать, я не хочу видеть этот город. А тогда азербайджанцы интеллигентные, они были, даже все говорили, общались на одном языке, интерес общий был, собирались часто. А Левон такой был компанейский человек, который проводил время, шутил очень много. Даже сейчас он иногда вспоминает такие моменты, он творил на работе, его уважали очень тоже за это. Мы заводилой, был душой коллектива. Характер такой у него был. Он умел находить в человеке и зерно, хорошее зерно, и в то же время то, над чем можно посмеяться по-дружески. Вот это у него есть. Поэтому с ним дружили, поэтому он имеет большой круг, поэтому он и скучает, потому что большая часть жизни прожита была там. И не молодым он уехал оттуда. Он говорил, рассказывал, что ему снился в Баку во сне. Все, вот хожу по Бакинским улицам, по правопереволкам, встречаюсь с друзьями, потом я им говорю, ты знаешь, как я о тебе думаю. Много раз было во сне. Я говорю, ты знаешь, я сколько, особенно первые годы, я всегда вот вспоминал, всегда думал, и всегда встречался и рассказывал то же самое. Вот город, я говорю, менялся,
А вот мы такие, такие. Вот такая страшная жизнь получается у нас. Сейчас он с ними связь не держит, только жалея их. Потому что там не поймут, что армянин пишет. Я не могу их подставить. Если один Акрам ничего не делает, просто хотел правду написать, его лишили всех прав вообще и начали притеснение. Я думаю, если я о других тоже хоть держал бы связь, я их тоже подставил бы и против них тоже. Вот пошли бы такие гонения. Знаете, одну вещь мне поразила, что Левон может дружить со всеми. Хоть 10-летним мальчиком, хоть 70-летним. Он на 15 лет старше меня. Представляете, мы как друзья, мы как близкие. Вот, я его говорю, товарищ Адьян, говорит, какой товарищ? Скажи Левон. Он один хороший пример однажды привел, как Иванес Туманян, будучи тяжело больным, к нему приехали, и он спросил, там в деревне у кого-то, говорят, пожар был, что там сток сгорел, что навредили. То есть, будучи больным, держась за стол, он все-таки спрашивал о людях. Мне кажется, Левон такой. Он знает всех своих односельчан и сейчас помнит одноклассников, одноклассниц. Если особенно переуеду, и здесь останутся близкие друзья, Ваган останется, Сейран останется, а что другие родные люди мне. Вот так теряешь, а потом уже получается... Вот в речке бывает камень многими дырками. Вот сердце становится вот таким, с этими дырками. Вот это каждый раз оставляешь друзей и девочек тоже, конечно. И любимых тоже. Для души, как это говорится, тоже оставляешь. Ед Фурхан Депенку есть, есть Херу, Херу им Ераз, им Сарти Папах. Она позор им курку мураз, тесни мирапейс, ермин хандебе, отера ситуация, инспет чего чинч, меньше с тесним, меньше тесним тескет ягани, депк лусеген у хуза татау, у ерфор тесним ачкерет цави, у сирдим талкана кароти цавиц, у аранчакан нарпин кору цям, глятва шортерит босор, есмек шижо марок шижуков, инча челез дуима чирин, у анс баласан тарапял сартис, Уед бекранкиз вормена кехменг арарашкаром, Евочок-вочок чина канзимес, Горуэлу мекс мюсин, Уншуэлу манраик ижнок, Мазерит воскя, Анжам камбарненг, Вор айлер минч айт, Уалькал нитраницето. Еб еркарате в гусы капохи, Лусачич лульси, Еб тияцана, Андревицето, Камарка капир лажвар тергункум, Унормик кызганг сиро райхну, Товчанга всем, Мед Дерджангутян, Окинеру мед, Шкнах имияк, Гарунка цати, Лусача Джанчвац, Арикак на низ звар шогаров, Ерпминг Андепенг, Гете Андепенг. У него такая большая свобода, и я нормально смотрю, что у него очень много поклонниц, там напишут, приедут, попросят встречу, например, все. Мне кажется, Эльмире даже нравится, что он нравится женщинам. Он же творческий работник. Это надо всегда пойти на уступки. И внимание не обращать на каждую мелочь. И уметь ценить женщину, уметь уважать. Потому что она и тебе и мать, и сестра, и дочь, и самое родное. У женщин всегда бывает там переменчивое настроение, там какие-то свои взгляды там на какие-то ситуации. Он всегда умеет найти вот подход. Очень хороший психолог, просто вот редкий человек. Я думаю, что там, где не понимают друг друга, там ничего не может быть искреннее. Мы сначала друзья, потом уже супруги. Я на все смотрю, я в нем уверена, очень. Любовь, большая любовь – это большое страдание. В моих произведениях нет такого произведения, чтобы там не затрагивалась тема любви. Он замечает красоту. Будь это женщина, цветок, птичка, ласточка, неважно. Но женщины в его жизни занимают всегда особое место. Занимали в каком плане? Он очень галантен, он умеет ухаживать, он красиво может себя преподнести в любом возрасте. В моем последнем рассказе
«Смуглая чайка», там есть такой эпизод. Она говорит, кому тяжелее, кому невыносимо тяжелее, тому, кто уходит или от кого уходит. Ответ гениальный, говорит, тому, кто безумно любит. Он певец любви и певец Карабаха. Любовь – это то, когда ты живешь только ею, дышишь только ею, и этим ты счастлив. Кавы масел, Леон Надяна, вояков Мартин, вояков Медзаворучуны. Мы ветераны лица, вож, ира горзо, ира харатов, без болорис, кабуме. Наших современников, хотя он, его тематика в основном, ну, процентов 80-90 это Карабах, но это общечеловеческие ценности. Читая его, можно узнать обо всех нациях, то есть человек, делая акцент на свое родное, он представляет человечество, общество, вообще человеческие отношения. Он очень легкий, у него язык такой. Читаешь просто, окунаешь его поэзию, потом чувствуешь себя, как меняешься сам ты. У него очень много, во-первых, своих слов. Очень много неологизмов в армянскую литературу он внес. Но читающие знают, что это слово, мне даже говорят, вот это слово только Левон Адян использует. У него свой стиль, вот стержень. Стержень автора, он держится. Я думаю, что мы должны каждого автора, каждого писателя узнавать с первых строк. Подготовительная работа ведется. Его произведения, они с фотографической точностью отображают армянскую черту. Это очень вкусная черта, когда язык писателя передает всю полноту мысли, всю полноту мысли в виде из целой картины, в виде целых сюжетов, которые для нас очень важны для будущего поколения, чтобы навсегда запечатлеть этот образ наших карабахских армян, бакинских армян. Сказать только праздник. И огромная признательность Левону Адяну за то, что этот праздник состоялся, и он будет еще продолжаться. Разница между простыми смертниками, если так можно назвать, скажем,
писатели тоже простые смертники. Разница в том, что писатель может видеть больше, так же, как художник. В одном цвете он может видеть 7 цветов, а другой не может так видеть. Он только видит один цвет. И также писатель. Писатель тем отличается от простого человека тем, что он может видеть то, что за камнем стоит. Он это может видеть, он это может чувствовать. Он что все слышит от людей, то, что он видит, то, что все события, что он видит, он все проводит через свое сердце. Разница в том, если проходит через твое сердце, все самое светлое, все самое хорошее ты передаешь. Роль писателя в том, что помогал человеку жить, помогать, чтобы он, вот этот простой человек, в твоем творчестве, в твоем герое видел себя. И ты помог ему жить, ты помог ему верить в будущее. И роль писателя как раз в этом, я думаю, что он видит очень много, и простой человек этого не может видеть. Он очень добрый человек, он очень отзывчивый человек, он очень наивный человек. Для него друг, друзья, вот это превыше. Самое главное, одна его из черт, это когда он дает дорогу молодым. Человек бескорыстно дает дорогу молодым. Всегда это делал. Нашел талантливого человека, он продвигал. Культура – это лицо народа. Я, например, киргизов знаю через Чингиза Айтматова. Я читаю Чингиза Айтматова, и этот народ становится тебе близким, родным. Ты читаешь Думбадзу, все грузины тебе становятся родными людьми. Читаешь Василия Белова, читаешь Нагибина, читаешь Астафьева, также любишь русский народ. Через Давида Кугульдинова я полюбил калмыков. Через Гранта Матеосяна все уважают армян. Через Сильвио Каптен. А почему сейчас никого нету? Неужели нету? Да талантов полно. Я читаю прозу, читаю стихи, даже в компьютере. Читаешь, видишь, какие таланты люди есть. Но никто, не могут они издать книгу, их не могут знать. Но мне кажется, войн не будет тогда, когда люди начнут понимать друг друга. А как они могут друг друга научиться понимать? Конечно, через постижение культуры другой, чужой культуры, которая кажется чужой. Но когда ты ее постигаешь, она становится тоже немножко родной для тебя. В Питере есть библиотека городская, которая представляет книги армянских писателей. Очень приятно, что эти книги читают дети других национальностей. Здесь, в городе Санкт-Петербурге, в многонациональном городе, который, кстати, строили очень во многом армяне, да, мы это знаем, здесь очень важно научиться друг друга понимать и взаимодействовать вот в одном вот в этом вот нашем пространстве. Левон Восканович – это просто необыкновенный писатель. Это высокохудожественная литература, которая ведет читателя к добру. Вы знаете, его книги раскрывают душу человека, они заставляют слышать голос совести, они пробуждают желание в человеке быть чище, лучше. Вот когда читаешь его книги, вот у меня, знаете, какая ассоциация, вот как умываешься чистой родниковой водой. Я давно, а может быть и никогда, так не рыдала над чтением книги, как я рыдала над отдаляющимся берегом. Этот роман я писал, конечно, с болью, можно сказать, с кровью. Он столько жизней и столько судеб через себя пропустил. Она учит нас, как правильно жить, что нельзя убивать, нельзя уничтожать. Там отражена моя собственная исковерканная жизнь. Поэтому идет от первого лица, от имени всех тех, которые пострадали. Леон, есть шурагале в Айдвепе Амар. На Аскинаман Мипат Мучине Ерку Марту, Ерку Гаапари, Ерку Давананки, Ерку Нупатаки, Ев Айн Цанарва Вегуча Масин, Ур Ерку Жовурта Апрец, Айс Не может же быть, чтобы читатель прочитал это произведение на русском, русский читатель, на армянском, и не почувствовал все то, что передает автор подспудно характер живого карабахца. Читал не только то,
что он написал, читал и то, что написали, вплоть до тех людей, которые не имеют отношения к нам. Даже читал и азербайджанцев, которые грозились убить его только из-за этого романа. Зачем убить? За любовь? Для меня, кстати, как для молодого человека, очень интересна была линия любовная. И вот эта страсть, и любовь, которая вот отражена в его романе, она, пожалуй, будет еще сотни и сотни лет будоражить умы и сердца пылких армянских девушек и армянских молодых людей. Сунгайтие Бакви. Ցեղասպանությունը եկան այդ ողբերգական իրադարձությունները եւ դրանց խմորման փուլից Լևոնը ամեն ինչ տեսնում էր սեփական աչքերով ինքը իր վեպում նկարագրված իրադարձությունների առանցքում է գտնում էլ Это было очень больно, это было очень тяжело вспоминать. Больно вспоминать было всё. Я тоже была в эти времена там. И когда он описывает, как там напали, возле отделения милиции напали. Мы это тоже все видели. Мне тогда было 20 лет, и я была в Баку в этот период. Мы, живя в России, мы практически вот эту чудовищную правду не знаем. Мы очень мало об этом знаем. И подробности того, что происходило тогда в Сумгаите и в Баку, я узнала именно из романа Левона Восконовича Атяна. «Отдаляющийся берег» открывает такого... скажем, мозаичного художника, или который может огромный портрет внести такие штрихи, которые могут отдельно, самостоятельно существовать. Настолько вот эти отношения и художественная часть его произведения, его романа, настолько была сильной и влияющей на людей, что, знаете, меня трудно заставить плакать. Но в конце я плакал. Он сказал, я, говорит, пощадил читателя. Я, говорит, не сказал всей правды. Я думаю, боже мой, если он пощадил читателя, описав вот эти ужасы, которые в романе мы читаем, что же тогда было на самом деле? Жестокая жизнь вообще с нами поступила вообще. Не пожалел Бог вообще. От него очень много тепла исходит. Он очень добрый, как веселый, но все равно у него взгляд грустный. Я очень ценю одно качество его. То, что он свою личную трагедию зарыл глубоко в душе и надел на лицо улыбку, чтобы не видели люди его трагедию, это огромный героизм. Это такую пережить трагедию и суметь переживать эту трагедию наедине с подушкой по ночам, не показывая внешне, это героизм. Петербург мне очень нравился в молодые годы. Очень, мой самый любимый город был. Сейчас, конечно, в основном меня связывает только вот. Ես ավերսում էի աստծուն տերիմ, պահապան եղիրիմ զավակներին, և թաղանձում ու պաղատանքն էի հողում հիմնրան։ Կնայիր տերիմ մրմուջում էի,
канжи кенарар аревен нарак мергалта верев. Еваранс таназ мусерес тезки умехуш зайни, пуче ме самар ашкара арар. Еркинка мокнум дешерер гарис, аш через баце и мечелу сабац, аш сунки шовнер лачаном антех, ев вагончакан орера норен, ете ин гарис, у дегацка тезки им вортенера, мишт горовакут, анапак хоков, уриши цавин авет аматир, мер кохкинеин, еварика кажуптумер верит, ерджани кенки, гонех жупито. Ебай тесилист талкаца цолков, вахату натмун зеркерес парза цага чумеи, херу астоцун, вогормир терим, милый кирнанц, мими корцанир, канзи корацен каранцирару. Сакан чансасна, пагатан киним, егав аногор, карсисту дожни, еве сацкаца, сута мембан, умарет тиме чалат на расплац. Левон Адиан сильный человек. Это мы все видим и знаем. Он сам приводит очень образный пример, как человек переносит горе. Он говорит, вот сток сена, да, загорается случайно изнутри и тлеет. Тлеет все внутри, люди видят, все нормально, снаружи красиво стоит этот сток, а внутри он тлеет, догорает и в один прекрасный день падает. Это твоя боль. И никто не может своими сочувствием смягчить твою боль. Поэтому, я думаю, человек должен улыбаться, смеяться, смотреть на светлым взглядом, чтобы другим было хорошо. Человек своими поступками, он должен помогать другим жить. Если ты помогаешь, если ты видишь, что ты кому-то делаешь что-то хорошее, приятное, от этого тебе становится легче, и это помогает тебе выжить. Кадр 2, дубль 10, съемка в лесу. Это очень редкое качество, когда человек остается человеком в любой ситуации. Ну вот, мир меняется, все вокруг меняется, но он, тем не менее, всегда остается действительно таким человечным. И столько у него происходило в жизни, там и война, и потеря всего, и до сих пор он, в общем-то, в таком состоянии. Но внешне, он, конечно, умеет и держаться, и стал вот как-то вот приходить в себя, и опять его чувство юмора никуда не девается. Оно настолько тонкое, я не знаю, даже не английское, еще, наверное, тоньше. Всегда все четко подмечает, любое качество. Там, ну, в общем, я только, собственно, ну, вот только могу восхищаться и гордиться, что у меня есть такая возможность иметь такого папу. Вот. Такое впечатление, что я нахожусь в своем родном Карабахе. У нас тоже вот все мое детство прошло в наших лесах. Наши леса такие же высокие. Поднимается он, посмотрите, теперь как будто касается неба. Вот такой же у нас такие же деревья были. И вот этот запах, вот этой земли, сырой запах, напоминает наши леса. Леса, о которых вообще я тоскую. Ուտարապերից տուն եկողը լեռան կատարից տեսանելի հերաստանները իր գիրկն առնել է ուզում։ Տարիներով կուտակ-կուտակ եղած կարոտներն ամոքելու համար, քանի որ աշխարհի այդ երանելի անկյունը, որն անգամ դրախտի հետ չես փոխի, հայրենիք է կոչվում, և ամեն քար ու թուփ, ծառ ու ծաղիկ քո ապրած կյանքի արևոտ հուշերն է կրում իր մեջ։ Չկա ավելի ծանր բան, քան վերադարձը հայրենի օջախ, ուր այլևս ոչ ոք քեզ չի սպասում։ Երբ ցանկապատի դռնակը բացվելիս խուլ հառաչում է, երբ արահետը խոտածածկ է արդեն, երբ ներս ու դուրս անող մայրդ քեզ նկատելով այլևս չի բացականչում, վույ բալաս եկավ։ Ունի մամա
была необычной женщиной. Она приехала к нам в гости, а к нам пришел в гости главный редактор армянских телепередач. Он с ней пообщался и мне говорит: «Эльмира, вы знаете, какая мама у Левона? Вот вы чистый родник видели? Вот она чистый родник. Чистая, хорошая, добрая». Амини чаразаты, амини танки, эстана мими каре танки, амими амини танки, эст царели наюме, цуногнерес наели. Воркак из Галисии, бакус Мариса, дурсе михич очень честно. Эст гюго от очень честно. Хорош, халю тараприс. Юрок, мерюк, это все отуне. Урем, есть сих паркации, урем, дешир арт на целем. Болор кнатин, шинчар тюну, згумем, лысумем, бан. И бан, астхаре дурсекази, луснека дурсекел, вертикалер таганаска. И таганаска варайц, луснека лусен спровацир, там вора, если знаю мои иринц, то есть еще мои, еще хочу нас мерба, вор тарин анцелен, диркар тарин анцелен, бавор иринк членен, есть меня гонцем апрелю, если аж хором. И мастас вели импес вор ирек, и метери чекан, и меня гонцем, если мы нацелаш, если аж хором иринцит. Я вет цавор, и мы эн жаманак из вор егеля, и меч апреля, мечев вимаэл, я ирек из артен вакаем эт, Дара Чешмартуцяна, вор Харазаднере гнумен. Вот меркенчича на парень, мен канцлумен, тонелу мен Харазаднерин, тонелу мотокинкернелин, тонелу болу материмнерин, болу румнумен, анцлумен инч урашкар. Мера мож егэци кянка, манацелан кянкум, мер мангучан кянкум. Евдуко, хайракан танараш мануме шевар у каркам, Междер сиртат пототвуме каротакез ушериц, удзайнериц, океаразат. У каскицов хасканумес, вор дуес манацел лоб и превгуш, Еви преввака, айн пайцар беркаралиц кянки, Воринч вор жаманак егеле айстан. Странно живем в другой стране, а сердце там у себя, а душа у себя там, в Карабахе. Вот это какая сила природы или божественная какая-то сила, что ты 50-60 лет не был там, а все детство только вспоминаешь. Когда ушли 20 лет, 30-40, ушли, ничего такое не вспоминаешь, а то, что связано с деревней, Все вспоминаешь. Людей вспоминаю. Добрых людей вспоминаю. Грумер, картумер. Ирпемер, гразнер, перемаризм, цустам. Герарушен, хаваном, эсранс. Асум, хаваном. Аснаркедес, бегишерван таску, мегер. Асум, лавестрал. Бас, аминтег, миасете, бегишерван таску. Бегишерван таску, меси, тагандавор пенкили, энханел, хешт пенчи. Амининчез, гагапарнер. Германкут. Стефтагорцумер. Кахцелерна хоска. Левона мер орери тарапанка артаэтец. Шатта анда ордео. Вош мен тарапанка. Айд ми айпси пайцар сиро. Вони бравор. Ерпеман эджеле картумес тумэтэду. Вера дарцелес мижнадарян. Айн зулал. Айн анкерц. Айн навиракан жаманакнере. Երբ կա բար, եվ այդ բարը արտահայտում է իսկական իմաստը։ Շատ հաճախ մտածում եմ, որ Լևոն Ազյանը ոչ միայն գրող է, տաղանդավոր շնորհալի գրչի տեր անձնավորություն, այլ նաև տաղանդավոր վրձնի տեր նկարիչ, որտեղ միայն նկարիչները կարող են այդպես զգալ բնությունը, բնության խորհուրդը։ Всё, что описывается, всё это реально, реально, даже как журчит ручей, как смеется вода в кувшине. Это вообще поразительный факт, да? И вот он в одном из его романов «Дом на околице», который я сейчас перевожу, девушка вышла замуж, русская девушка, приехала в глухую карабахскую деревню с парнем. Полюбила, приехала. И она сидит и пишет письмо матери. Восторженное письмо о природе Карабаха.
Говорит, мама, воздух здесь по вечерам звенит, как будто где-то недалеко кто-то водит пальцем по хрустальному стакану. Очень такое сравнение, у меня аж мороз по коже, действительно, очень красочное, очень живое сравнение. И вот этот роман в числе двух еще других больших, они объемные, 350-400 страниц каждый, три романа, которые он не успел издать. Очень много повестей, очень много рассказов, пьес. У него он и пьесы писал. Это все осталось в боку, все пропало. Обиднее всего, когда творческий человек теряет свои труды многолетние, которые он вынашивал много лет, писал. Теперь воронк анхет корелен. Бипакнер воронк анхет корелен. Тарсняк патмацер воронк анхет корелен. Те гратаракшунерум, те иртана. Транк հրդեհի չարակ են դարձել, թե պատրտվել են կամ թե ինչ ոտնակոխ են ու ոտքի կոխան են դարձել ու ինքը կորցրել է, դրանցից ասենք թե իրիկնային աղջամուղջ ստեղծագործությունն է փրկել, իրիկնային աղջամուղջը հայ արձակի գագաթներից մեկն է։ Լևոնը եկավ գյուղից իր հետ բերեց Չելդրանի գեղեցկություն, Շվեյցարիայում եղել է մի 20 օր, Շվեյցարիայի անտառներ, ի՞նչ է մեր անտառներ, ասում խոսք եմ ասում, գնացել ենք, ոտքով շրջել ենք, այդ գեղեցկությունները Լևոնը դեռևս պատանության տարիներին առել է իր հոգու մեջ, Լևոնը մնաց Չելդրանցի դրական իմաստով, այսինքն Մարտակերտյան անտառների ծփանքը, այն ծաղիկների բույրը, այն Արցախցի հայի դժվար ապրելու, աղքատ ապրելու, բայց ապագային հույսով նայելու այդ կարողությունը Լևոնի բոլոր պատմվածքներում, նրա ստեղծագործություններում, վեպերում, վիպակներում կա։ Համոզվելու համար կարելի է Լևոն Ադյանի ցանկացած գրքից տասնյակ էջեր փոխել ու բաժանել ընթերցողներին։ Ղարաբաղցի մարդիկ կարդալով, ընթերցողը կարդալով, կիմանա, որ այս հեղինակը Ղարաբաղցի է, իսկ դա շատ մեծ բան է ասում հեղինակի մասին։ Սիրելի բարեկամներ, ինձ այնքան գովեցի, որ իներցիա ես էլ եմ ուզում ինձ գովել։ Школу закончил в 59 году, уже около 55 лет или где-то столько лет я был отдален от родины, от карабахского диалекта, от армянского языка, но все равно вот этот язык остался. Например, если я думаю по-армянски, я особенно, как будто мы когда говорим на русском, мы думаем по-армянски, переводим. И я когда говорю на армянском, на литературном, я всегда думаю, что я с карабахского диалекта перевожу на армянский, я потом уже воспринимаю это все. Вот этот диалект живет во мне, потому что это такой язык, который и начинает из Грапара, и средний. В общем, одним словом, вот этот карабахский диалект, она всегда со мной. Аравча начелю Леву Надянин, Сирахарватен Керес Наран. Մենք դասիրակվել ենք նրա ստեղծագործություններով, զուլալվել ենք ինչ-որտեղ և միշտ անհամբերությամբ սպասում էին գրական Ադրբեջանի, Ադրբեջանում լույս տեսնող նյութերին, որոնց մեջ փտրում էինք նաև իրեն։ Նա միշտ էլ սիրել է գրականությունը, միշտ էլ սիրել է մեր գյուղը, նրա համար յուրաքանչյուր ցլդրինեցի, յուրաքանչյուր համագյուղացի, իսկ էլ հարազատ մարդ էլ էր։ Հոգ սեղնակաշել գյուղացիներին, շատ ժամանակ օգնորա։ Ունա եկել առհասարակ Լևոն Ադյանին նա փիլիսոփայական մտքերը, հատկապես նրա քաղաքական վերլուծությունները։ Նա այնքան խորն է ուսումնասիրել այս հայ ադրբեջանական այդ բախմանից արդյունքները, ակունքները, նրանց ստեղծման պատճառները, որ կարծում ես մնում ես զարմացած։ Նո պիսատель, видимо, не может быть не политиком, потому что хочешь не хочешь, ты о политике тоже говоришь, о политике думаешь, переживаешь. Вот, например, апрельские события на меня очень сильно подействовали. Сын моего друга погиб. Многие там
Люди погибли. Это было страшно. Ես իմ պատանական տարիներից եմ ճանաչում Լևոն Արդյան գրողին եւ պիտի ասել, որ նույնիսկ Բաքվի այն այսպես հակահայկական մտնոլորտում նա հոգեոր Հայաստանն էր կրում իր մեջ եւ իր շուրջը ստեղծում էր հոգեոր Հայաստան։ Եվ մենք ուսանողներս, մանավանդ նրանք, ովքեր որ ստեղծագործում էին, ամենուր նրա շուրջն էինք պատտվում, ամենուր համախմբվում էինք նրա շուրջը, համախմբվելով նրա շուրջը մենք կարողանում էինք կենտրոնանալ այն գլխավորի վրա, որն ամբողջ կյանքում Լևոն Ադյանին այսպես ուղեկցում է, դա իր այսպես գործի, իր առաքելության նկատմամբ մեծ այսպես նվիրումն է, մեծ պարտականությունն է, որ կրում է իր մեջ։ Եվ вообще всегда живу Карабахом, сейчас мы называем Арцахом, это правильно, потому что Карабах где-то 17 века начал называться, а до этого были другие названия, но самое главное, это был Арцах, Арцахский мир. Вот в этом Арцахском мире я родился, и я счастлив, что я именно там родился. Это край храбрых людей, и не зря же во время Великой Отечественной войны из маленького Нагорного Карабаха, где население составляет около 130 тысяч человек, 45 тысяч ушли на фронт, и оттуда вышли, как известно, как вы, наверное, тоже знаете, 4 маршала, там Баграмян, Бабаджанян, Худяков, Хамперян и Исаков. Одним словом, храбрый народ. Անկախ նրանից, որ ճակատագիրը ինչ-ինչ քմահաճույքով նրան նետել է օտար ափեր, Արցախից հերո-հերու վայրեր, բայց նա ապրում է Արցախում։ Ես մի առիթով ասել եմ իր մասին եւ ընդունվել է այդ խոսքը, որ Լևոն Ադյանը քայլող Արցախ է։ Правильно была бы жизнь писателя, чтобы он жил там, где родился, на своей родине. Если я жил бы у тебя в Нагорном Карабахе, где я родился, где учился, где закончил 10 классов. Быть может, жизнь у меня была бы другая, была бы, наверное, счастливая жизнь. Потому что я жил бы рядом с своими родителями. И они видели бы, становились заботу. Но, к сожалению, так получилось, что вся моя жизнь была вдали от родины. И этим я немножко огорчен, потому что то, что желает сердце, то, что ты хочешь оказать вот такое внимание, заботы к родителям, этого у меня не было, и это мне терзает очень. Я читала его миниатюры. Кстати сказать, я вот сборник миниатюр от большой любви к этому жанру. Я, ну, без него, как сюрприз, искала в интернете, нашла, собрала все его миниатюры к его 75-летию и сделала ему небольшой подарок. Вот здесь все миниатюры. Миниатюры – это особый жанр, который не переводится, потому что там есть музыка слов. И передается природа, живая природа края, где он родился, его предки там, мои предки, моя мама из Карабаха. Мне очень дорого это, и я акцент делаю на его миниатюры. Это его конек. Դղնախաչ սարի ու սարին թարած աստղերի խաղը, նրանց շողշողուն լուր մնջախ խաղը, վաղ լուսաբացի մեղմ շամանդախը, մեր գյուղի շուրջը դաշտերի եզրին նստած թարմշաղը, արտերն ալիքվող վաղորդյան սյուքից վարդերը բուրյան, ձորերում հնչող հավքի դայլայլը, նրա կանչն անցկալի, նրա մեղադին ու սիրախաղը, այսօր վերստին իմի տանգան։ Չքնաղ երկիրն իմ, իմ Ղարաբաղը, լեռներից անդին են հերու-հերու արևի խաղը, ցոլքը արևի բարձրաբոց խարույկ, գետի խոխոջն ու ցայգալույսի մեջ տների վրա են շողը շնշող, արտույտի անուշ արտորումն արտում, խրխինջը ձիու, ամառվա տապում մեղվի գվոցն ու սոխակի տաղը, հոգի սայրելով մի ուրիշ աշխարհ այսօր ինձ տարան, գյուղն իմ հայրենի, տունն իմ հայրական, մերավեր բաղը, կալեր նամահի անտերուչ, լքյալ մորը շիրիմը,
իմ սրտի դաղը, մարդկանց ձայները թաղից այն թաղը, մեր աղջիկների զնգուն ծիծաղը աղբյուրի մոտից, մանկուտ օրերի մեր անհոգ խաղը, դավին անսովոր, ցավին անընտել, այսօր վերստին իմ միտը ընկան։ Я в детстве, ну не в детстве, где-то мне было, наверное, 14-15-16 лет, когда я первый раз приехал в Баку. И вот я тогда тоже, когда видел все вот эти, ну тогда не было столько машин, когда видел все эти фары, машины, все, это меня удивляло и до сих пор остается мне память. Но то, что я здесь видел, сразу я вспомнил то, но здесь на меня сильное впечатление было вот эта Красная река, которая идет вниз, и белое, которое идет вверх, вот, вот это на меня сильно подействовало. То, что всегда новое, всегда впечатляет. Я здесь очень много видел нового. Я был в многих странах, и здесь есть очень много, что меня удивляет. Когда мы поднялись в Гриффит-парк, вот этот вот верх, город под ногами, он так радовался, он восхищался, и я чувствовала, что вот если бы ему сейчас дали бы ручку и бумагу, он бы что-то написал, какую-нибудь миниатюру, какой-нибудь рассказик маленький, вот что-то такое. Он был весь переполнен эмоциями. Природа Калифорнии ему очень нравилась. Мы поехали на сторону Малибу. Он каждой розочкой, он подходил к каждому цветочку и нюхал. Калифорния напоминает и Баку, и Карабах. С одной стороны горы, как в Карабахе, когда заезжаешь в Глендейл, вот отсюда едем в Глендейл, горы, напоминает Карабах. С другой стороны океан, море, напоминает Баку. Поэтому Калифорния, она похожа больше на Карабах и Баку. А Леон Восканович, он скучает за Баку, будем честно. И в то же время он обожает Карабах, где он вырос. В первую очередь смыслом его жизни была его семья. Это я слышу, это я уже знаю и со слов не только его, а уже вхожа в семью, я в разговорах о нем, близких людей. И я знаю, что у него на первом месте семья всегда была. Это карабахский мужчина в любом случае. Вот он уехал рано из Карабаха. Если честно, я это вижу. Он и даже вот недавно я слышала от третьего нашего общего друга, он сказал, Левон звонил, сказал, так мне хочется в Карабах. То есть он жил этим, он не лукавит, когда говорит, что Карабах во мне живет. Я хотел бы, что у нас также было так красиво, чтобы было так, все было хорошо, чтобы все законы работали на человека, а не против человека. Где государство отвечает за человека. Я хотел бы, чтобы у нас тоже было вот это самое, то, что я видел здесь. Странное дело, что иногда лесов, деревьев, родников, там больше иногда тоскуют, чем о людях. Это вообще странно так.
думать. И так часто вообще думаю, а чего так вообще? Это, то есть мы, вот эти деревья, вот эти родники, воспринимаем как частичи нашей жизни, как живое существо, что тоскует. Я помню, вот там какое-то дерево, там какая-то тропинка. Я помню эту тропинку, как проходит через Кагырмахпюр, через Сарнатун. Это вообще странно. В общем-то, для многих из нас он, конечно, остается большим другом. Все равно уважение – это выше всего. А если любовь, то это такая дружеская, очень искренняя любовь. Но я больше всех уважаю в этом человеке его достоинства, и я ценю его. Леон Азяна вобергутсун апрац, ежоурти вобергутсун, ир вобергутсан, ир хокебичаков анскатсрас ми анзнаворутсун угороха. Հպարտեմ, որ ունեմ այդպիսի ընկեր և մեր հայ գրականություն ունի այդպիսի արձակագիր, այդպիսի գրող։ Եպ ես չեմ լինի արեկակն այնտեղ սարերի վրա, մի վերջին անգամ մեղ կողրորա, մեջև Սևամպը վարակուրի պես գիզնից ածկելու երեսը նրա, անտարի խորքից դալուկ բեկ-բեկուն, կնկանչի կկուն, թալկացող սրտին տրոպին անգույն, Եղ-եղ կերքի դեղծանիք նայնտեղ և սաղարտակից ծարերի վերև բարձր երկնքում դինչ հորերվելով ինձ գնած բարով կասեն երևի, մամրորդ կարերով գր մաղպերով, ոչիտ գողանջով մանքու տորերիս ասկը կոյսի և հերու Եպ ես չեմ լինի ոչի չի պոխվի, արևի կելնի ու կվար կմտնի, անտարից եկող հարկի դալյայն ու լորի սաղմոսը հանդարդ ալիքվող դեղծած արտերում նույնը կլնի, հերու կաղակում, անմորած սիրով մրմուջ ժողոքում, կորուստի ծավից մեկը կարկամած կարտասվի թակուն, Եպ ես չեմ լինի ոչ օգին ծամար արդով չի եղի, նրանից բացի. Если вам удастся стать перед Богом, что бы вы ему сказали? Вернуть моих сыновей.